FPS кому-то позволяет. 25 FPS было. Когда лики залетали, там типа до 15 просаживалось, но более-менее терпимо. 38 человек, блядь. Я не знаю. У меня, блядь, целка нахуй хуже фризит, чем вот на этом боссе. Просто далеко стоишь. Подойди да к меликам. Нет. Подойди к меликам, нет, к меликам может быть, кстати. На эту категорию, что у нас по рейду выходит? По рейду выходит, что я на 2 минуты отошел. У нас сомалийского нет сегодня. Плохо. Сомалийский нет вот сегодня. Ну, нет, так нет. Что поделать-то? Где Виби? Где еще хилы? Заметили, Виби заходит где-то 1-2 раза в неделю. Последние месяца 2. Мне кажется, что он где-то на твинке сидит. Если посравнять, как он до этого ходил в рейды, до того, как ты 5 выбил. Ну, у всех по-разному. Я, например, тоже часто сидел. И у меня сейчас работы намного больше, чем до этого. Я сейчас меньше сижу. Оса тоже. У него то работа, то не работа. И тут. Может и так. Ну, Оса вообще будет Джека шлюхи. Например, завтра не будет. Я не знаю, что вы будете без совы делать. Видимо, без совы пойдете. Бля, народ, мне нужно уходить срочно. Хреново. Сорян, блядь, нам нужно уйти. Турбо дай порт, пожалуйста. Спасибо. Да он АФК, наверное. АФК. Скорее всего, АФК. Кто АФК? Миша. Ты идешь, нет, целка? Пошли, но я ненадолго, скорее всего, сегодня. Ну, сейчас посмотрим. Будет народ, нет. Вот этот взрыв на Кате, это там примерно 70 капель летает, да, как я понял? 60. Просто стоял в какой-то момент очень далеко от всех, вообще никого не было. Я только резнулся, вообще никого, и мне тут фигак 69 тысяч. Я такой, откуда? Тебе дебаф прилетел в момент. Повесился, да, и у тебя маны было после реса. Нет, я, блядь, все, блядь, залил себе ману, выпил рунический, у меня было 26 тысяч. Взрывается же на 13, да, как я понял, или на 10 там? 88.
процента, не знаю. Количество. Если ретриком сказали сделать минимум 13 тысяч. Нет, смотри, там фишка в чем? Он палит ману, и надо, типа, чтобы у тебя было 13 тысяч, чтобы ты мог хотя бы не взорваться сразу. И они же 13 ни разу не опускалось. А смысл ну, того, я взрывался, когда мне стало... Рейндж очень большой, что ли? Метров 40, что ли, этого взрыва? Потому что пиздец. 20 какой-то. Говорили. А ты стоял не очень далеко и лица. Помирал просто так. Я резнулся, 5 секунд постоял, 26 я тысяч маны, умер. Я не знаю, о чем вы говорите. У меня было 2 команды, я вставал и сдох только после того, как у меня до нуля спустилось. Так, для справки, чтобы понимать, от чего я умирал. Интересно просто. Кидается дебаф такой в виде, я не знаю, фиолетовой руки. И ты дохнешь. А этот, как его? Что-то он говорил там про какой-то... Как это? Кто-то вырастает, и за 10 секунд надо выбежать из рейда. Я что-то не заметил такой фигни. Это потому что после 20... Это после 20% хп. Ну, там крайной баф, по-моему. Да. Нет, там, ну, я не заметил, кстати, какой он там. Чё-то я не видел. Просто вырастающих огромных людей, выбегающих из рейда, я просто не видел. Может, не там стоял? Там, наверное, просто не дошло еще до этого. Там милик, там, наверное, на миликов кидается. А, и кто-то не выбежал, и бах, да? Ну, там нормально у нас ретрики бахали всех. Так, прикольненький босс. Хоть интересненько что-то побегать, поделать там. Альянс попиздить-то. Ну, в смысле, движуха какая-то, а не манекен. Да мы бы его выебали, если бы не Альянс, это не прилетело. Это да. А ну, я даю тайфун, и они не откидываются. Она была бы деда. За баг Т5 от ПВП, это что? Это о чем они говорили? Если ты... У тебя врывается алик, у тебя снимаются все эффекты с Т5, поскольку они в ПВП запрещены. А, в смысле того, что прям в бою? Да. Ну, как... Т4 также выключается. Да, и Т4. Ну, то есть, короче, они дали тотем с корнями, закорневало им человек 40, наверное. И у 40 человек топеть не работает. Я переоделся сразу туда-сюда. Ну, бою. Если ты из боя вышел, то тебе повезло. А некоторые из боя-то и не вышли. Только после смерти, если ты переоденешься, у тебя оно начнет работать. Честно, какой-то хаос. У них что-то не особо организованное. Вот тот человек, который рассказывал, хорошо, ну, в смысле, понятно, все рассказал, что, где, что там кастуется и бла-бла-бла. А вот как началось, такой какой-то хаос дикий. Трэш бегает, убивает хилов, его кайтят, эрдру, я вижу, Моса там бегает от этого робота сраного, я думаю, как так-то? Ну, у них там кислакеры какие-то вообще, я не пойму. Типа пацанчики зарабатывают бабосы на кате. При этом исполнение какое-то корявое, я бы сказал. Одноногий бы лучше, наверное, справился. Я не знаю, но как правда коряво. Ой, простите. Кто-то прыгался. Мы вот 20 минут стояли, ничего не делали. Мы ждали чувака, который вылетел. О. Вот и все. Там еще какой-то хуй пришел, блядь, просился в пати на первую кату, блядь, в итоге взрывал, ходил, блядь, Рейтрик, сука, с ним команды. Так, чё у нас будет? Портовые плюхи, блядь. Императора можно в хила, если что. Какой хила, блядь? Ну, такого, которых у нас нету.
Мне нужен второй точечный хил, кроме холипала. Либо второй холипал, либо шаман. Четыре хила мы точно не пройдем ни одного босса. Так, Назум, а что ты собрался чистить к профу? Я просто напишу, Маша, ВКонтакте. Да мне, в принципе, похуй, я могу и похилить, просто я по мане обосру. Ну, Зато, зачем собирать пуга, когда у нас тема и ПГП лута? Нет, он имеет в виду определенные классы в гильду. Ну, нам какие инвалиды напишут, таких и берем, в принципе. Ну нет, почему? Смотри, ну, вот то, что спамит. Прости, нету онлайн. Набор 3-4 АК 265 плюс. Все. Короче, я так понял, мы сейчас умрем. Красава, чё. А кто загрел вообще, Вальку? Да я загрел. Одну. Нахуя? А хули мы стоим, так весело. Ну так весело вайпнул, рейд, ну хули весело. Mm-hmm. У нас пол рейда как бы АФК стоит. Я смотрю... Вы сказали, что было. Пошли бить. Я тут рядом с ЦЛК летаю, как бы. Сказали бы, что гоу бить, я полетел. Все молчат. Так, где там Котлас был? Ну, Моса, вот ты побил сейчас трэш, охуенно, понравилось тебе? Мне очень понравилось. Ты кончил? Блять, полрейда стоит АФК. О чем ты говоришь, блять, вообще?
О, у нас весовый в рейде. Ну что, пацаны, пошли пока реально трэш-проф почистим или две вальки заберем сначала. Хуя две, давайте по одной. Предлагаю сегодня после РТ, если люди останутся, пойти закрыть турби. Кат. Мы, блядь, рейдом, я думаю, убьем. Не получится. Не-не-не. Не получится. Думаешь, там нет? Ребят, там слишком много ребят отдавали. Да. 20к плюс всех. 40 человек. Ну, ладно, не 40. Два танка. И 7 хилов там было. Остальные вот все 20к дают. А на каком месте у них будет? На четвертом. А кто там больше подавал? Какие, а кто первый кто был, Рога или кто-то пока? ДК какой-то. Там, блять, Рога был в нашей пате. Как его? Бестлав. Бестлав, да. Тридцатку где-то, наверное, давал, да? Ну, такое, на бурсте он прососал. Что мне, что Миша в первых два трая. А потом статический, сколько у него? 17-18. 17-18 статики у меня. Ну, у нас два ДКшника там по 25к давали. Сельдерей давал. Ну, как и все, в принципе, маги, 18. А там, блин, не померяешься ДПСом все равно. Там же как повезет, на тебя кинулась дота, которая жирает ману. Я и все, уверен, и до свидания. Ворошок бы всех сломал там. Не, ага, у них... у них там и нет, кстати, нет шаманов, походу, у Джоков гильдии нормальных. Ну как, ненормальных, там а я видел какого-то одного шамана. Он, может, у вас был? Ну, драгма у вас был, но драгма был в шамане. Драгма! Ой, прости. Вот драгмы, по-моему, нет
Можно их не бить, а мимо пройти, но еб... Что он сказал, нахер надо? Зачем их бить, если можно мимо пробежать? Что примерно означает то же самое. Нет, в контексте звучало слишком по-другому. Без слов нахер. Или мы из-за ленточки и бьем. Это я так. Из-за ленточки, Анатолий. А что, поговорить надо, что ли? Хорош. Блять, Алиса, бы он, если он тебя так бесит, замутай его себе лично, да и все. Боже. Дим, кто на боссе? Кого на пул? Что-то какие-то в... лаги. Алису или... Эльнар на боссе. Рыбу ешьте. Шкаф.
микстурку, у меня максимум 20, потом я зайду. Окей. РЧ на пол. Фулл ребафа раздали. ГП никому я жалеть не собираю. Даже мне? Да. Бьем без одного туда. Шарпистул раздаешь на РДД класс. С припотами и без? Без припотов. Две штуки? Две пока. Я на ап раздам. Фласки на ап черепа. Все, больше никому не нужны, да даже на фласки. Зачем ты меня, Алиса, всегда на мили фласки кидаешь одни? Хочу мили фласки. Алиса, там есть на хп. Еще раз сумму, давайте бежит. Реально есть? Нихуя себе. Тебе дать? Да. Сейчас. На. Ну дай мне тоже. Обмен мне кинь. Череп. О, пока фласки раздавали, Чопс проснулся. На хп у тебя, да, есть мастер? А, на хп ты хочешь? У кого там есть? Чопс. Трейд квадрата, квадрата дай. Чопс. Я Чопс. На хп я тут не вижу в банке фласк. В третьей вкладке. У кого? Рейдера. У Сомера или есть? А, вижу. Алло. Шай, ты там кидай. Чувак, по-моему, говорил, что эти фласки ему никто не говорил сделать. Что у меня есть? Ой, ты где? Я не могу фласки из гибанка доставить. Ага, ладно. Вот, тебе нужен на хп? У меня мастер толпы штуки. РЧ на пул. ГП еду с первого края. А какая тактика? Не сложная. Знаем тактики, получаем КП. Вы, блядь, вон для маленький, чего идете в рейд? Ну? Вон маленький пишет, как и в прошлый раз, отстала в центр и обратно. А, да? Ну ладно. Почему в пятом пати агро, а не император? Хилит агро. РЧ на пол. Чопс ДК пан. СС на Шредера. Пан. СС на Вольтера. Пан. Пан. Похуй, мрёт ГП. Новости народ!
Или раньше зеленый. Зеленый выходит стоп по боссу. Так не навешь ли ты там? Зеленый. Отбиваем зеленого. Быстрее в профу. На ком зеленый стали в треугольник. А я назад от чумы сдох. Молодец, ГП. Влили свои бафы. Дебафы. Больше ДПС. Приказ. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Вайп. Молодцы, ДПСа нет у вас. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но, может, у нас ДПСа нету, потому что у нас Вальтер в рейде, а не Шансун. За нормального ШПшника. Может, поэтому мы не ДПС? Да не только поэтому. Турбоцань, фан, брат. Чего он шерт и стул даже ДПС? Давайте, Масрес. Котлас, хуйня. На зум в демоне, окей. И шейпер. Я не знаю, как Шреддер может давать 8к ДПС, у меня вот просто в голову не вкладывается, блин, вот просто его эквип... Тут паладин не ДПСит, но он может больше давать, это не спору. Так, смотри, а, ну нормально, у него усилки в анте, все хорошо. Сигару, просто ору. В чем усилки? В винте, он ж не поменял после боссов. Вы потом спрашиваете, почему я МКП кидаю, просто с нихуя, блядь. Так. Ладно, косяки так. В рейдах, блядь. Не на Кате же. Помянем, блядь, человека с усилками в интеллект. Алиса, релога. Остальные посмотрите, а то может... Какой моб? Кого ты сагрил у нас? Большой появился, на. Суммоним людей. Собаку не сагрите. Так, последний трай на этих персонажах, если нет, вы заходите мейнами. То есть, Волтер заходит на Шансунга, а Швудшейпера я отправлю, блядь, на Акшан. Он можешь мейн, меня просто нахуй кикнуть, блядь, и всё. Шейпер, ну серьезно, 8500 твоим варам давать, ну... Это нас как-то спасает, что человек от красного не отбежал. Как просто человек отбежит, блядь, от красного, если был рекаст, и у него уже плевок закончился? Вот ты мне расскажи просто. А почему он был рекаст и почему он не умер? Правильно, потому что у нас нет ДПС. Все сходится. Фулл ребафа раздали. Только я зеленого лупил, и твоя логика не работает. Логика работает в том, что на ком дебафы есть, распределяется все поровну. Да, может повезти, кому-то не повезти. Не плюнул третий плевок в красного. Надо было накопить на третий плевок, не получилось.
Чулан, что не хватает, пан, царь? Пристава, минимум. Хотя бы. Мне духа хватит. Хотя бы дух бафните, чтобы у меня ДПС выше был, и все. Кулак по рогам. Заебись, у нас, конечно, все работает. Сейчас смотрю на Элрея. На нем бафнут кулак. Угадайте, кто его бафнул. Правильно, Малики. Почему я бафнул Малики? Потому что Шреддер не бафает кулаки, блядь. А почему это плохо? А тем, что у Малики-то не вкачанный кулак, а у Шреддера вкачанный кулак. То есть это, по-вашему, нормально. Ну, ну пускай. Рычо на пол. Ромка, чего не хватает? Кулак жду. Все, есть, спасибо. Так, у меня мут на 4 минуты, так что дам вам... Дай микстурка отчет на 10 секунд. Уже есть. Уже вот идет. Агри, агри, агри. Да, да, забыл сказать, бурсты свои оставляем на переход, блядь, с вами сейчас. То чувство, когда у тебя нет бурстов. А приход? Приход так же. Готовимся, зеленый. Стоп, стоп по профу. Быстрее зеленого. Отлетаем к столу. Переводим босса. Так, дебафы стали на ком зеленый в треугольник. Готовимся. О, сука. Сейчас бы ворвался, вот я рал. Они, видишь, когда проф стоит, не растут лужи. Готовимся, скоро рекаст. Зеленого убили. Рекаст! Чопс, ты как? Чопс, беги. Почему Чопс бьет босса в это время, бля? Ну, может, на нем зеленый был. А зеленый где был? В центре, правильно? А он под боссом. Странно. Чопс ДК, неустойчивый слизнюк, 88 тысяч. Облако газа 12 тысяч. Там даже по аддону там и так все видно было. Он стоял возле стола этот. Я что-то не понял, почему сначала на меня красный дебаф кинулся, а потом на зеленый поменялся? Это дефолт какой-то или что? Был 13-м человеком. Понял? Ага. Типа я меня перекинул, я просто такой да, смотрю, да, красный баф. Да. Начинаю бить по красному стрельнику, дамаг не проходит. Кто знает, блядь, какой баф был на Чопсе? Ну, если его взял в таргет красный, значит на нем был красный. Я не знаю, какой на нем был, блин, дебаф. Нет, его мог взять красный, когда была переход. Когда переход проходит, ну, босс, когда переходит на фазу, то дебафы пропадают и выбирают рандомные цели. Держу в курсе. Чопс 100 гп уже получил. У Чопса суммарно 100 тысяч к слизнякам. Вой, ты уже, второй раз этот, да? Ты его второй раз замедлял, правда? Нет. Чтобы его второй раз замедлить, надо 3 лужи оставлять. Встаем, покидаем тело, бежим сами и убиваем большого. Ну, зеленого мы точно убили, если бы красного не словили. Вот и все. А там и красному уже херня оставалась. У зеленого там на один каст. Было хп. Меньше уже там сколько, 200к.
Там, короче, его чуть помедленнее надо переводить. Типа профи переводить в тот момент, когда он уже второй каст начинает слизня. Тогда лужи успеют разрастись настолько, чтобы хватило на три пупка. Так, наверное, надо сделать так. Маликет бафает всем кресты, Шреддер бафает всем кулаки, Вальтер бафает всем каску. Жду на этот раз баф. Эрдру, по КД, на куклу, кидаем ебаные свои ходы все. Которые вам дают реген раги, либо еще что-то. Собака идет, съебитесь, пожалуйста. Шарпестул, все вот, все РДДшки. Ластрай. Ну, раз ты ластрай, то и мы ластрай. Да, еще действительно долго мы там на Кате слакали. Да не то, что долго, у меня просто сон рубит, потому что я под уколом. Я уж спать хотел на этом. Говорю, месте. Мы после второго трая стояли и ждали чувака, который вылетел. А. Тупо ждали чувака, который вылетел. Проще кату задомать. Не-не-не. Это дело принципа. Не, ну блин, не, я хотел кату себе взять, но передумал. Ну блин, да когда ты его еще будешь убивать, этого босса? Никогда больше. Да он нахер не нужен, этот босс, понимаешь? Он босс изи, и вся проблема в валиках. Не знаю, ну мне понравилось. А сколько стоит первая ката? Три. Ой, три. Множко. Ой, блядь, у меня чрезвычайное происшествие секунд. Что, тампон прочёл? Телефон упал. Почти угадал. Почему бой висит? У меня нет. Ни у кого не было. Чопс, Турбо, Шреддер, классная, Мосс. Турбо у тебя было висит? Я скинул инвизм. Понял. Моб сзади бежит, блядь. Ты же говорил, висит. Ты не веришь. Но он на трубе. Кто на трубе? А, это жуки. Все убили? Они ресаются. Ох, погнали, блядь. Заебись, я все свои прокислил. Вот куда. Из-за вашего боя, блядь. Баф можно обновить? Спасибо. На добрый. Не за что. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штан чуды, которые уничтожит весь Азерот.
Готовимся, зеленый. Стоп, босс. Уведи. Стоим, ждем, служи, ушли. Переводим босса. Зеленые в трясу. Может получиться что-то любопытное. Готовим. Влились. Летаем в центр. Прекрасно. Фаза. Что? Это еще откуда? Колбы. Ура! Агро, поднимай шарпистула. А нахуй он меня убил? Отведи. Готовимся скоро к раз. Сейчас бомбы будут. Красный выходит. Колбы. Осторожно, пельмени. Залу уведи у Алиса, будет зеленые колбы. Если метка будет в колбах, будет говно. Зеленый вышел. Ой, я ебла. К стенке отлетал. И для чего он сказал стенку отлетать? Просто так? В какую? Пельмень. В заднюю стенку. Где зад? Ой, ну зад. Вот какая у тебя самая близкая стена к тебе, если ты стоишь, блядь, в зеленой цели? Когда тогда был красный. Пельмень. Так, так. Чулан, дай альпана. Стопаем. Какой стопаем? 35 переход. Колб. Зеленый вышел, все в зеленую. Пельмень в зеленую. Сложно ложиться. Бьем. Стопнули по боссу. Зеленый. А, это красный. Рекаст. Рекаст, рекаст. Переводим босса. По меткам бьем. Вайпаемся, так вайпаем. Учимся, блядь.
Еру? Еру? А, император даже живой, нихуя. Ух, лайпнулись. Метки для кого стоят? Зеленые и красные. Скажите мне, пожалуйста. Наверное, для мудаков, я не знаю. Скажите, император метров на 15, блять, от метки стоял просто почти в центре зала. Нахуя? Скажите, блядь, в чате, пускай просто заходит за шамана. Цать на замену. Потому что он был последний трай. Словили, блядь, дизмораль от аликов, теперь нахуй сосем называется. Давай, у меня все нормально. Все, и... Или давай, бери простю, и я ухожу. Быстрее так думаю. Блять, напишите в гильчай, что просто зашел шамана, у меня мут. Сколько раз еще? Он там испугался, бед. Просто пот пробил, да? Ладно, все, я пошел. Ба. Так нормально, мастер? Да. Заметно? Вот это я понимаю, коммуникабельность. Я ему уже написал зайти на шамана раньше всех собаку вас, что вы спульте, кричите. Собаку не спульте, собаку не спульте. Что ты говоришь, собаку спулить? Сейчас пойду спулю. Поняла насчет зеленого, чтоб типа колбу в столе поставить. Милики оттуда должны типа убежать ко всем РДД, где стоит квадрат на зеленом, чтобы зеленый пошел туда, а не как было сейчас. Ты-то понятно, ты увела, молодец. Я сейчас про миликов больше, которые остались бить профа в колбах и пошли к квадрату, чтобы зеленый пошел туда, где стоял я и еще человек 5. Две переходки. Сосредоточьтесь. Обратите свой, блядь, взор, где ваша третья категория, там вторая, первая, какая у вас там есть. Там стоит дебаф, красный или зеленый. Вот для зеленых уёбков есть метка. Вот зеленый не квадратик, блядь, треугольничек. Все туда, все туда. Не стоять в центре зала, как, блядь, некоторые, не будем уточнять. Я не стоял в центре зала, я как он появился, я его сразу же бил. Смотри на меня, где ты стоял. Вот ну, здесь ты стоял. Я стоял здесь. Это не центр зала зеленым. Почти? Ну ты красавчик. Знаешь, сколько вот до профа, до метки, сколько это ДПСов зеленого, блядь? Да, это да, дохуя. Вот смотри, вот я стою здесь, и вот вы с этого треугольника такие бежите его. 7 метров ДПС, блядь. А я его как сразу же появился. Турбо, посчитай, сколько там вольется в слизь. Шопс получил уже 200 ГП, блядь. Следующее, сука, не приключение во всех слизней, блядь. 400 ГП. Спокойно, мастер. Возрастающий. Всем спасибо, удачного трая, давайте до завтра. Давай. Смотрю, следующий, кто не играет слизней. Агро, сова, для красных вообще не принципиально, где ты стоишь, просто... кидается дебаф на одного выбранного, ты водишь его по кругу. И вы пиздите его все вместе. Нет, то есть отдельной точки какой-то не нужно. Главная задача это не словить пельмени, блять, и передавать чуму, чтобы не сдохнуть от них. Нет, в 5. Я агру. А, не, я мосу в катастрофе. Хотя, блять, вот это, сука. Ну, блять, без холипа. Хотя, без холипа. Давай в ретрика. Давай, братик. Хуя, там кто-то врывается, у тебя мастер на заднем это плане, телевизор, пиздец. Телевизор, скорее всего. Я думал, ебать, это поезд проезжает мимо. Агро нихуя не ДПСит, насколько я видел. Агро-казвал. Смотрим, агро нихуя не хилит, ладно, мосс. Не, мне нужен тут ДПС, так что маленький трафик.
Простя, зашел. Простя зашел и такой, как в Матрице Революции. Он спас нас, он спас нас. Ну, не смотря Матрицу. Ну, там мужик такой был. Мастер, выруби Феникс. Убери галочку, чтобы чуму спамило в ПМ. Убери эту хрень, и не будет мута. Слышишь меня, надеюсь? Слышу, слышу. А то ты всем вот пишешь, типа, готовься забирать чуму. Я такой, какую чуму? С кого, блядь? Чего? Потом мне пишет, готовься забирать с императора Шама, острая чума, передай ее уже 2,1 секунды. Чего, думаю? Че он хочет? Google переводчик подключили. Это тебя отвлекают, чулан, от ДПС, да? Мне пофиг, я вижу ПМ, я открыл, все, и дальше бью. Я вижу, что там не залей ману от Маликета, и все, мне остальное, на остальное пофигу. Он думает, нихуя себе мастер быстро печатает, да? Флори бафы раздали. Здорово. Здорово. Привет. А чё, а наличие кто будет? Если дойдем, погоди, Кирюха. Надо сначала убить профа, потом посмотрим. Просто ты что, проблема? А чё отпошёл? Готовимся, зеленый. Зеленого. Слушай, шли быстрее. Переводим бар. Смотрим свои дебафы возле категории. Мастер, не умирай, ты чё? Дебафы свои смотрим. Зелёный в треугольник. Вот их сейчас ударить, зелёные, они все в лужу полетят. Подпей там чутка. Они не подпевают. Не, в общем, чтоб чуть поменьше было. Четыре. Снова убили. Прикинь, четыре плевка. Что? Это еще откуда? Зеленого дебаф спал, быстрее. Колбы, ушли, милики, блядь. Лиса, уводи. Лу, поставь спокойненько. Да нет лужи, все. Служи, служи, служи. Колбы 5 секунд. Да ты красный, готовьтесь его лупасить через 4 секунды. Уведи Алису с под стола. Поехали. Красного все. Шейпер. Купили мени. Мени. Если держи у стола. К столу подведи его подальше от зеленого. Сейчас колоду будут. У тебя опять чума спамит что? Всякую хуйню. Я, ну, а, бля. Зеленый.
Милики ушли в метку в синюю, бегом, РДД тоже, квадрат синий стоит, ёб твою мать, примерно туда ушли все. Поехали в зеленую, все, бегом. Профил веди, блядь. Пельмени, лужа, колбы одновременно, все вместе, блядь. Пизда, там блядь, в колбах стоит. Да не, я бы... Турей. Одного выкинул. Пистолы? Угу. Меня не будут. Полезно. РДД здесь красный будет, готовьтесь. Колбы скоро. Колбы секунды, РДД красный, уже бьем. Они сзади. Колбы там, не веди в колбы. Угу. Же там не води никуда сейчас. Пока не веди. Пельмени. Пельмени. Да кастует, веди. Веди, веди, веди к столу. Лики ушли от профа к синей метке. Бегом. Пельмени еще будут сейчас. С лужами одновременно. Поехали в зеленого. Бегом. Все, быстрее. Китаем к стенке. Задний вашей, блядь, целим. Он сказал. Стоим там. Мень. Турбо захил. Больше в босса. Надо успеть убить красного и перевести. Красного через милизону поведете. Колбы, пельмени. РДД красный, уже бьем. Бегом. Колбы будут и пельмени. Конзу. У, и держи его там у стола. Через колбы не Милики, беги. Гоу в профа. Милики в профа. Профа все, бегом, 3%. Все лужи. К столу все ближе подходим, чтобы сразу дебаф был. И вели дебаф, посмотрели, РДД уже красного сейчас должны бить. Остальные все, кто зеленый, к столу ушли. Эту столовую пигеру дали. Зеленый, отлетайте туда, в зал, подальше. Чем дальше, тем лучше. И шаг сделайте. Долоран нахуй. Не убеги далеко. Смена цели красный сейчас. 2 секунды, да добьем, нормально. Зеленый, помогли зеленого. Профа держать у стола. Обратно верните сразу к столу. Пельмени, бегом. Отошли. Стоим, РДД, где-то сова. Где сова примерно? Колбы там, аккуратнее, отводите. Первый Валтер дает этот. Диван. Пельмени будут скоро. Скинул. Пельмени. Ну, колбу. Ушли, уводи, 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 пельмени. Фу, пельмени, лужа. Колбу там оставь. Чё? Все, стой на месте. РДД ближе к луже с хилами. Колба. Колбу отводи. В угол туда примерно, а? Ждем лужу. Не-не. Ждём лужу. А спереди не разлейте. Кто там по дивану? Агро, Бэр, по Шреддеру. Уже отвели чуть-чуть. И не скоро. Вливайте лужу где-то по краям, пельмени. Мордой босса не лить лужу, колбы отошли. Решетки держите его примерно. Маленький тоже кинул, понял. По маленький туда армоса. Пельмени будут, аккуратнее РДД с хилами. Лужа, отошли милики. По стакам-то. 2, 3. Нормально. Не, отошли. Все, 500 тысяч добили. Для
Так, поезд бесполезный, постоянно падает. Ты вылетел, да? Пистул который. Собака идет, не с пульте. У меня есть, сорян, что ролил. Сейчас синдра. Или Валю уже? В смысле? Валю уже убили. Блядь, собаку сагрили на. Убиваем собаку. Да, я сразу... Эх, Вальку уже убили. Билд делать сразу пошел через энк. Сказал же, сука, не собака, блядь. Пучнее убьем уже, что делать. Ближе к собаке подойдите, пожалуйста, чтоб с вас забрали этих чумных уёбков. Да ты тоже меня так назвал? Кашники, притяните сверху мстительного освежевателя. А он сам бежит, нормально. Мстительный уёбок. Ну что, дайте мастан кто-нибудь. В турбо снимите трэш. Мне что-то зависло, я бежал, не было никаких собак. И потом какая-то собака появилась из ниоткуда. СОЕ, залейте это говно, пожалуйста. Если что, ролл идет, не забудьте. Чумной собаки арктический мех. Может, остался с своей жизни? Она же вся жизнь из чумного мяса. Вы видите, вот, Шреддер даже нормально ДПСит теперь, нихуя себе. Это что такое случилось, да? А это просто, это, кулак раздал. А там портал часу не открыт на синдру уже? Или вы трэш не чистили? Мы нет. Убили только Вальку и все. Понял, бежим на трэш, никто в комнату не заходит. Не тэпнусь сюда, рану силки поменяю. Но мне нужно программар съебаться. Чтобы спек сменить камни. Что у вас так все вдруг дела появились? Мне нужен шмот фросрезист. Я отошел курить. Штук 15. У меня 65 усилков дух сейчас. На 100% на всех троях. Надо по процентам смотреть, не по усилкам. Ну, типа, по процентам. Сколько должно быть по целфу? 84 от ожога и 80.5 от огненного шара. Это не учитывая МК. А все остальные бафы. Это, короче, под лапой, да, под духом? Да-да, под всем. Но я на глазок скину. А сколько ты, говоришь, сельти давал там? Покажи. Мы втроем шли 21-200, 21-100, 2 и 19-800. Он 19-800 давал? Нет, он 21-200, я 21-100. У него тринки, кстати, такие же, как ты, трайл. Чувак, ну, понял, да, 400, 430 силков у него, у меня 300. Okay, нет. Но у него первое там все плюсы, да? Трайлил. Ему не до этого был. Может, он и больше может. Профессионал хули. Я уже саманул. Чё ты хочешь? Отойду, чё делать.
Смо. От меня самонить наркоманы хрена. Почему бы и нет? Чё, траву зажал, что ли? Сидит там, наркоманов не самонить. О, мастер, ты там где? Мастер курит. Мастер от Чопса и Валтера. Ну, в натуре царь ушел, сразу убили. Вот в чем была проблема. Митя, царь вообще перестал куда-то ходить. Пришел на 20 минут и свалил. Ну, сегодня башка целый день болел. Он когда заходил, говорил. Может, до сих пор болит. Может, ну, не каждый же день, не каждый РТ, понимаешь? Ну, да. Он же вообще перестал ходить. Заходим в комнату. Даже когда на замену плюсует, сваливает. Когда замена нужна, кто-то уходит. Царю кричат, а его нету. Да, еще на профи же он вылетел. На шарпе, да, на профи еще вылетел, я же сказал. Я видел, что он вылетел. Я в танке, не парься. А я не танк, типа, да. Тут да, смените у кого там РЛ. Этот, миксурка. Эти с Ромка трэш. Микстурка, напиши какую-нибудь объяву в рейд. Мастера. Кто угодно. А, мастер сдох. Ну, тем не менее, не работает нахуй объявление. Прессуйте быстрее. Мелкий сейчас выйдет, все равно бой повесится. Не успеем. Если только после. Да сейчас большой же прогал будет после мелких. Ну давай. Может Геру дать, чтобы быстрее был каст. Ну а чё, как вариант. А кстати, Гера канает на этот, на каст воскрешения. По-моему, ну, нет. Возможно. Не, по-моему, как-то там написано это 10 секунд, без разницы, не зависит. Ну, просто. Я не знаю, на циркуле от хосты зависело, насколько я помню, последнее обнова, да. Короче, на трэше будем чулану хосту давать, ну, в смысле, Геру, чтоб он резал, да, вот за эти ока. Че, нормальная идейка. Влияет вообще-то от хосты. Но влияет, тут под Т5 сова не забита, поэтому чутка по-другому. Не знаю, я на полудине где-то 7-8 секунд рисую. Было бы это лич, у меня было бы хосты. Блин, быстрее мобов, алло. Сейчас давай. У меня 950, у меня было бы 1100. Под Т5 как-то по-другому, блядь. Ну, там, если, блядь, типа, бис собирать, посоха и всякой такой срани, там примерно, возможно, я думаю, так и будет. Даже камни придется вставлять. Я не проголосовал, я вас понял. Но... СПД хаст, ну это сове. Я не знаю, у меня нет ни посохов, ничего такого. Мне сложно судить. Но я тупо подозреваю, что сове надо будет так делать. Посох, ты в смысле имеешь в виду легендарного или что? Ну да, если типа по бису собраться, типа посох, ФТ5, талигеровский там. Оффхенд и катушка больше даст. А, нет, на 3 меньше всего хосты. Потом эти ботинки с джайн с духом на сову тоже.
еще что, СРС-ки, плащ минимум. Ну, короче, до хера мне шмота. Мне сложно судить. Но я чую, что так и будет. Что камни придется на хасту убивать в писи. Ай. Где сомалийский пропал? Ему сегодня написал. Ему сегодня надо, да. Куда-то пойти. Мали. Если что, я уже одного покупателя нашел в этот Вока с бабы. Штаны латные на РП. Сколько я знаю, никому нахуй не нужны. Я иду собирать стрим. Блядь, кто-то похилил. Парни, а какое дополнение вышло сейчас у... Мы поняли. В классике. Тебе это нахуй классик. Нолики. Shadowlands? Да, вот. Это вышло. Оно не вышло, оно еще только выйдет. Еще не скоро. В декабре. Не вышло за зеро. Да, там еще 8.03 не вышел. 8.3, вернее, патч не вышел. Ты уж говоришь про это. Заебали, вы что, дохнете. Ну вон, посмотри за мной конвейер из дракончиков. Я не успел крикнуть Боб. Я только хотел нажать на Боб, я сдох. В смысле, у тебя в совый Боб есть? Блять, дай мне, ебать. Нет, тоже... он за паладина кнопки жмет, блять. Он сидит там нахуй. У меня привязка к аккаунтам идет. Я нажимаю, меня кидает маликет Боб. Макрос такой, да? Макрос такой. Вот так вот. Ты сколько заплатил за это? Это как он, как аренда идет. Раз в месяц плачу. А, аренда, нихуя. Ну да. Типа оплачиваю услуги раз в месяц. Не проплатил, все, свет вырубают, воду отключают и так далее. И бопы не дают, блядь, опасно. Чувак, там у тебя что-то маликит хочет. Там в ЖЭКе квиток задержали. Я ничего не могу поделать. Я все уплатил. Там, короче, на офе была такая фигня, типа ты, ну, человек в группе, в составе, ты ему кидаешь инвайт и приглашаешься в эту группу. По этому же принципу был такой аддон Kickstar создан. Ты пишешь, короче, человеку название того, чего ты хочешь, он тебе автоматически кидает, если у него диминишинг не идет на способность. Ну, понимаете, да, как это работает дело? То есть, если ты скилловый чувак, то ты на арене, ты можешь сам себя задефать. Или, допустим, не на арене, в том же рейде. Но это чревато тем, что люди просили не вовремя эти способности. Угу. И его потом, этот аддон, забанили на... сначала на Еофе, а потом Руофе. Я бы такого хотел учил, блядь, Гера с Пула. Причем у нас это Гера с Пула. Так, где еще и не я нажал? Ничего не понял, нихуя не понял, но очень интересно. Она у вас откатится еще до переходки, ребята, до 35%, блядь. Я им это говорил.
Нет, мы слишком это быстро идем. У нас не успеет откатиться. Сейчас вы еще пару раз вайпнетесь. И еще на втором дракончике даже, да? Да.